Следующий вопрос. Идакана ли раджулин аля ахар дарахим, валил ахар алейхи дананир. Говорит, если один человек должен другому серебро, а второй человек должен ему же золото. Фастарафа бима фи зимматихима. И они, говорит, обменяли свою валюту, то есть золото на серебро, лишь в уме, лишь в голове. Фалия джуду залика, разрешено это или нет? То есть, грубо говоря, это представляется в действительности как, когда человек, то есть то, что вы упоминали ранее, говорит, я должен тебе 100 долларов, а ты мне должен 21 500. Это как раз приравнивается этим 100 долларов. Давайте просто разменяем это. Ты прощаешь мне мой долг, я прощаю тебе твой долг. Так что реально никто из нас валюты друг другу из рук в руки не передает в момент маджлиса. Но эта валюта была передана уже ранее. Такое разрешено или нет? Кали ибн Кудама фил Мухни. Сказал ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни. Иза кана ли раджулин фи зиммати раджулин захаб. Валил ахар алейхи дарахим. Если, говорит, один человек должен другому золото, а тот должен ему в свою очередь серебро. Фастарафа фи зимматихима. Или бима фи зимматихима. И они, говорит, обменялись этим лишь в уме. Лам ясых, говорит ибн Кудама, это не разрешается. То есть это в мазабе кого? Имама Ахмада. Вабиада кал лейс у шафии. И это мнение также лейса, а также аш-шафии. Второе мнение в этом вопросе. Вахака ибн Абдульбар ан Малик у Аби Ханифа джавазаху. Говорит, который передал ибн Абдульбар со слов имама Малика и Абу Ханифа, то, что они это разрешали. Лянна зимма аль-хадира каль айн аль-хадира. Потому что присутствующий человек подобен тому, кто присутствует с чем? С самой валютой. Валидалика джаза ан яштари ад-дарахим бид-дананир мин гайри та'ин. Поэтому, говорит, разрешено продавать серебро за золото без таин, то есть без того, что мы говорили ранее. Помните или нет, когда мы вдвоем с тобой заключаем договор, обмениваем деньги, при том, что денег у нас на руках нет, но потом идем и забираем эти деньги или посылаем кого-то принести нам эти деньги. Говорит, раз разрешено это, должно быть разрешено и это. Сумма стадалля ибн Кудама аля тахриме залика бианна ада бе дейн би дейн. И говорит, затем ибн Кудама привел в довод на то, что это запрещено, хадис о том, что запрещено продавать долг за долг. Ухадажму аля адам джавази далика. И сказал то, что ученые сошлись единогласно на запрете этого. Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, валлази язгар анна кавля Малика ва Аби Ханифа арджах. Но, говорит, более правильное мнение в этом вопросе, это мнение Малика и Абу Ханифы, то есть о том, что это разрешено. Лянна ади сура лейса фиа махадур, потому что в этой ситуации нет ничего запретного. Ва бей'у ад-дейн бид-дейн аллази аджму аля тахримихи. Саяти баяну сурихи. Что касается этого хадиса, о котором говорит ибн Кудама, о том, что запрещено продавать долг за долг, то, говорит, здесь имеется в виду не та ситуация, о которой мы говорим сейчас. Но какие ситуации под этим хадисом имеется в виду, у нас придут где? У нас придут далее по книге, в конце этой главы, то есть в конце главы о риба валлаху алям. И правильное мнение в этом вопросе, то, что это является разрешенным. Почему? Потому что валюта уже была передана из рук в руки ранее. Усвоили или нет? Далее.